Так, наши петуньи 9 февраля посадили, а сегодня 13-е. Вот они какие вообще. Такие. По-моему, вышли 100%. Да, вот они. А, не, он еще выходит, еще гуще станет. Вон, еще зерна не все вышли. Не все, да? Не все. Ой. Еще гуще станет. Мы их насажали и здесь, и вот здесь, и в глубине. Короче, они здесь повсюду. Еще примерно 30% не вышло. О, какие. Ну, здесь, конечно, мы сыпанули прям. Так, теперь другую сторону развязываем. Там у нас в гранулах. Ну вот они как лежали, пока так и лежат. Олег, как там влажность? Нормально? Давай. Вот какой-то. Вот, может быть, прорезался вот один. Не то, не фу. А, вон один прорезался. Но да. У них должна оболочка разрушиться, понимаешь? Нет, нет, вон корень дал один. Да, ты видишь? Ага. А вот еще... А, нет, это... Какая-то трава уже лезет. Да это, может, он и лезет. Нет, да это, может, мелкий попался сюда, нет? Может быть, вон какой-то. Но оболочка нигде не разрушилась, да? Вон, а у одного только корень лезет. Значит, процесс есть. Олег, влажные они, потрогали? Да, земля. Да, они влажные. Ну все, закрывают наши любимки. Это твои.